Погнали по дороге, здесь как-то не очень в этом туннеле. Он еще и обшарпанный. Обношенный, употребленный. Да, вот на этих самокатах это такая, это вообще, это спину все больше. Перетрясешь. Да. Самокат это херня. Ну, тоже прикольно, да? Здесь вот крупная брусчатка, там мелкая брусчатка, да? Гранитная. Да, так, по-моему. И вот знаешь, и вот такой чемодан тоже невозможно везти. Да. Блин, ну тут вообще капец. Или фотку. Блин, мы хорошие. Заходим в кафешку, чтобы чекнуть вид. Let's go. Сейчас будет самый охуенный вид за мне, йо. Где гид? Где Петро? Дров смотреть, если пойду. Можно что? Можно лучше через... Или... Блин, ну как тут лучше, я даже не знаю. Как не сделаю всегда. Просто если мы сюда пройдем, то мы там сразу вниз опустимся. А давай возьмем чуть-чуть вправо, да, а потом пойдем через центр, так? Подожди, а может вход закрыт, смотрю, блин, никого не пускаю, никто не заходит. Ну здесь это выход, вот там вход. Давай вот здесь вот. Да-да-да, с того балкончика. Бля, это уже мы там живем, блин. Так вроде кажется, что все рукой подбавим. Угу. Здесь они будут насирать? Да, парламент. Вот здесь был... Не, президент. Это резиденция президента? Да. Как он отсюда выезжает? Михаил, чек вид. Там же кто-то поговорит. Может, кто спит, я мне кажется, оттуда нужно еще. Ну вот. Вот такая вот. Вот если на ту херню дальнюю смотреть, да, вот где антенны слева. Вот мы, по-моему, вот в этом жили. Либо нижнюю. Да. Представляешь, нам как повезло тогда. Да, Паш? Да. Ну, где-то здесь, да. Если хочешь, можем вниз. А потом к этому... наверх придется. Ну, это да. Ну, давай 5 метров. А, как пойдем вниз, так пойдем через этот отель. Не, мы просто, если сюда и пойдем, то мы тут сюда уже... Не, мы вернемся. А здесь же вот... Мы сразу пойдем с градой вниз, и дын-дын-дын-дын, и сразу на мост. Как нафига? Чего? Мы пойдем на град. Да, ну, из града вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Я думаю, мы можем вернуться через этот выход и пойти туда и вниз а по этой улице. А сюда неинтересно спускаться. Не, там, мне кажется, здесь интереснее, там неинтересно. Давай сделай так. Фотку уже сделаем. Фотку сразу надо сделать. Пошли в Starbucks, прикинь здесь. Не-не, Миша. 120 корун. Я фотку за сделаю. Каву. Михаил, я предлагаю... Starbucks. Слышишь, Михаил, я предлагаю Starbucks сделать новую кофе за 65 евро. И назвать Luxury Drink. Слышишь, Миша, нет, эликсир дринк. Эликсир называется. Тебя заснимут, а ты входишь туда. Нахуй мне за Starbucks? Я хочу просто. Там не Starbucks, идут эти дядьки себе. Здесь просто везде это перила высокие. И. Ну. Два уже. Углич. Да. Я думаю, что это, блядь, за звук? Здесь недобрый. А, ну, кстати, да. Михаил, ну что скажешь? Красиво, мне впечатляет, нравится. Да? Исторически. Историческое, да. Австрия? Австрия – это Европа-Сити. Австрия не так... Не, Австрия не такая совсем. Подожди, а ты разве не был в Австрии?
Как это не было, скажем? Он не был, мы были с дядя Мишей там. О, ну все, работай, зарабатывай. Ну слышишь, как сказал дядя Миша, вот это все фейк, видишь? Нет, вот это не фейк. Это фейк, оно не выступает. Нарисовал? И вот там вот все фейк, и вот это фейк, оно везде фейк, оно вот нигде не выступает. Фейк, то выступает. Окна выступает? Да, там выступает, а это фейк. И там выступает. Окно, мне кажется, тоже выступает. Фейк. Нет, выступает. Так, если мы здесь вот фоткаем, ну можно здесь фоткать, здесь прикольно. Не, надо сфоткать. Окей, окно, окно Арига. Где будет? А? Вот где мэр стоит, на бочке. Да ну, трассе. Вот лучше вниз. Нет? Да пофиг, нам не надо фоткаться. Если хотите, я вас вдвоем сфоткаю, и все. Ну, куда вот это? Вертикально. Так говоришь, надо сфоткаться? Ну да, я думал, туда. Ну, можно еще обычно вот здесь фоткаться, на этой лестнице. Готово на лестнице фоткаться. Даже видно будет. Типа вот там. Это широта. То есть визуально же есть. Ну, я, то есть ты типа... Ну, внизу находишься, у тебя... Вот, смотри, вот. Ну, то есть... Будем туда? Ну, я не знаю, как здесь еще нужно сфоткать. Вот это наш отель. Вот наш, видишь, отель Red Leon. Что там стоит? 100 евро на четверых. На... Ты каких 100? 160. Нет, 100. Мне кажется, он стоил 60 или 40 вообще. 60? Да. А, ну, вы недорого. Это факт. Погнали вверх. Сейчас. Я же скажу, просто одинаково все от цены зависит. Ну, согласись, вот этот наш модерн намного веселее, как бы смотрит, ну, мне кажется. Может, да, когда и завтрак задармо от его. Пойдем, пойдем, пойдем. На самом деле... Натачили видео, да? Угу. Два раза. Лучше возьмем машину, ну, и поедем, вон, видишь, там вот еще один замок, Вышеград. Говно, мы же ездили. Ну, мы ж на машине были, а пешком вы там не были, вот этот. Там у них хуясь показывает. Ну и там тоже посмотреть, там вид хороший, вот там. Не знаю, что там посмотреть. А мы жили, знаешь, где вот эта золотая крыша, чуть выше по улице, это мой первый отель. Вот, видишь, дом, это музей. Вот на этой улице, да. Свой уже здесь уже, все знаю. Везде уже пожил в каждой части. Ждем мы до внутрь, родней. Второй раз, и ты будешь здесь путевать здесь. Только, ну, по-хорошему, если ты со старта почитаешь про все эти места, то будешь рассказывать. А я вот видишь... Что ты рассказываешь? Просто посмотреть надо. Да, ты, ну, нет, это ну, вот просто... Я тебе расскажу. Вот Пражский град, просто здесь жил король, и все. Все, можно... Вот, а главное посмотреть отмошку про цитит, видишь? Нет, здесь... Я, ну, давайте я сейчас вообще немножко расскажу. Короче, когда фашисты... Ой, да, фашисты. Ну, серьезно, когда они... Там такая зона, я ебал. Какой, а какой они предлагают айфон? Титан? Какого цвета титан? Ну, он один. Так один в один, блядь, это же титан, ёпта. Самый крутой. И Гитлер сказал, что либо я нахер вас разбомблю, либо это. И вот сейчас зайдем туда внутрь. Они сказали, вот тебе нахуй ключи, только не бомби здесь ничего. То есть они сдали город без боя. Правильно, нехуй сдавать. Ты бы тоже сдал город без боя? Ну, то есть они... О, здесь так красиво. Яна, я хочу, чтобы мы с тобой приехали сюда вместе. Ну, приеду. У тебя повидать. Шмот забрать надо, машину купить. Еще дело? Так на Андейсе свой... Здесь подняться? Нет, там везде гора. И на горе здесь ты знаешь. Сейчас выйдем, я сниму. Вот дай фотку. Сам комплекс стоит. Хорошо, позади. Дарма. Внутри бесплатно? Йо.
Вы станете по центру окна, а я возьму их фото. Давай мне мобильный. Да не, нафига троих, это фигня. Давай сканем вот отсюда, да. Я туда. Не-не, не надо. Элла, я то не подпорую. А чё? Ну, нафига это? Ну ладно, пошли. Признаюсь, там мощь сколько строили по времени. Короче, они еще тоже какие-нибудь днях был, что они типа до конца не могли там. Каждую башню приспраивали. Знаешь, что вручную все туда запирали. Ой, чувак. Промень, промень.